Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница, и по традиции напоминаю, что на Твиче проходят стримы, есть ссылка в описании, также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, плюс в Дискорде вы всегда можете найти, с кем поиграть. А еще, кстати, на следующих выходных, скорее всего, будем пробовать собирать кастомку. Кто хочет это сделать, залетаем в Дискорд, и все там будет написано, и короче, вот как-то так. Пока это только все в задумках, так что переходим, подписываемся, ребят. Вот, ну а теперь, собственно, переходим к нашему прекрасному ролику, так что всем приятного аппетита и всем приятного просмотра, ребят. Так, что могу сказать? О, я тут скрафтил себе подсумочек для скрытности. Я же в соляночку бегаю, да, сейчас в последнее время. Ну, а может, видеокарту дадите, ребят, разочек? Дайте еще разочек, пожалуйста, видюху. Вот, скрафтил себе, короче, противогаз, хотел сказать. Броник себе, подсумочек для того, чтобы меня не видели бэбки, ничего чекало, ничего меня не чекало. Поэтому сейчас будем бегать и пробовать, как бы это сейчас глупо не звучало, пакостить немножечко. Блять, да какого хрена нету машины опять? Машина за этой тачкой, чё? Побежим сейчас через поле, как дураки. Задание так, раз есть, два есть на убийство, три, четыре, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 заданий на убийство. Ни хрена себе, да? Нормально. Так, а вот там у нас никто не это. Не заспавнился там. А то я сейчас пока тут через поле это дурацкое буду бежать. Меня тут сразу шлепнут. Это, так сказать, расчехлят меня немножечко. И все, и капец. А! Нихуя я напугался, блядь. Кто захватывает уже цитадель? А, вон там он захватывает цитадель. Нифига себе. Я же испугался. Вот это оповещение дурацкое пришло. Вот, кстати, а кто-нибудь в курсе, когда у нас уже перезагрузка будет второго сезона? Да, второго уже, типа. Я вот не понял, типа через 2 месяца она будет, ну вот, как закончится боевой пропуск, или же они, я так понял, они вроде как в середине хотели, то есть, что тут еще, муж? Неделька, 2 осталось, и типа будет перезапуск. Я вот что-то нигде информации не могу по этому поводу найти, когда у них будет перезапуск. Никого нету. Тихо, спокойно. Блять! Пузо разбил. Все кукушки по-любому ко мне ободрал. Но это же не дело так. Че он не открылся, мой парашют? Так, давай. Первое, поедем. Вот здесь, наверное, здесь заберем, да? Охота. Давай заберем здесь броневик все-таки. Заберем броневик и поедем вот за тем контрактом. Будем кататься сегодня немножко. Может быть. Блять, его забрали. Интересно, там полная тачка типов или нет? Куда они поехали? Ой, тут еще купили с пулеметом уже. А, нет. Ой, блядь. Ты кто, блядь? Ультра-1, внимание. Исполнителю рядом с вами нужна медпомощь. Это что, блядь? Блять, мне с ними не справиться, да? А, у них задание. Я понял. Слушай, а чё, давай этого поднимем. Утащим его. Снова вставай. Встаю. Вставай, братан. О. Садись. Садись, друган, тебя довезу. Запрыгивай. Поехали. Дорф СФ. СФ, СФ, СФ. Иду. Вы, конечно, сейчас я сегодня опять вызову злобные комментарии и все остальное. Но знаете, ребят, почему бы и нет? Зато кто сегодня в понедельник, да, день тяжелый, кто сидит на работе грустный, так сказать, кому-нибудь там, так сказать, начальство немножко там это, и небольшую нотку веселья, я думаю, можно предоставить вам, ребят, самую маленькую. Конечно, многие же скажут, что типа нет, это так нельзя и все остальное, но я скажу обратное. What the fuck, man? О, сори, я залагал.
Лакс, лакс, сори, лакс. Но я его все равно, ребят, убил. Как бы он что так вышел бы, искал бы новую катку себе. Что так? Он пойдет искать себе новую катку. Как бы, как бы вот так вот. Тут одно из двух. Одно из двух. Так что будем ждать сегодня опять комментарии всяких нехороших в этом плане. Но зато я думаю, блин, я реально, многие из этого посмеются и поймут, что это, ребят, это всего лишь игра. Как говорится, так получилось, как получилось. Вот и все. Так, что, теперь нам надо вот за этим заданием съездить. Сейчас мы вот эту машину заберем и съездим туда. Он сам стоял там на перекрестке, что-то ждал. Я не знаю, что он ждал, кого он высматривал. Вот. Я вчера, кстати, на стриме хотел то же самое. А, блин, Антох, кстати, ты вчера, когда ушел со стрима, если ты смотришь, я тебе послание дам. Вчера целую пачку, короче, мы с Коляном прям выкинули. Тоже. Прям большую пачечку такую там. Ну, было прекрасно, если честно. Опять же, было очень хорошо. Рюкзак я с пацана снял. Это... Халябим! Так, а что, есть рейсики, нет? Не, нету ничего. Ой! Только не взорвите мне машину, пожалуйста. Все, пацаны, я поехал. Все. Ёб твою мать, поезд! Фух, нифига меня пронесло, да? Вот тоже вот такое, знаете, типа, как можно не увидеть поезд, да? А вот можно. Я вот его не видел. Как говорится, мертвая зона. Ну, для этого. Для видения. Ну, там у водителя есть своя тема. Это что за вертушка? А что она так летит? А, там еще одна тачка с пулеметом, что ли? Подожди, это все те же или это другие уже? Бля, что, не получится высадить его? Эх, ты, сука, не получилось. Но броню я ему снял. Блять. Только броню сняли. О, подожди, надо перезарядиться. Че, они почти уничтожили? Сейчас. Да, они, скорее всего, на меня разворачиваются. Они сейчас, типа, вертушку убьют и развернутся на меня, чтобы меня убить. Все, вертушку они сломали. А мы вот так стороной объедем. Ой, камень помешал. Мы стороной объедем, и все. И все будет хорошо. Нам надо задание пока взять. Я думаю, машину надо бросать. Смотри, страйк. Не, нихуя не страйк. Ой. Ой. Так, побежали. Да ёпкуйми. Тихо, пацан. Броня есть у тебя? Или патрончики есть? О. Сейчас перезарядить. Это же можно пополнить, да? Ох ты, блядь. Да, можно. Все. Все, пацаны. Я ушел. Меня нету здесь. Все. Все, до свидания. Слушай, надо броню, походу, купить-то так-то, да? Что-то с броней-то напряг у меня. Давай, перезаряжайся. Тачка. Вон, даже не одна тачка, смотри. Ой! А кинет запрос, нет? Нихуя себе. Тихо. Блять. Вот это, конечно, дерьмо сейчас произошло.
Интересно, он его резать пошел? Или, или же он меня наверху ждет? Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Блять, он в воду упал! Бум! Бум! Блять, давай рискнем под... А это пацан по мне стреляет, что ли, да? Или нифига не пацан? Это ботик. Это ботики. А того подняли, нет? Ой! Ой! Подожди, у меня же был рез. Походу, надо сваливать отсюда. А где магазинчики есть? Блять, вот тут. Покупок здесь. А у меня 2200. Бля, печально нахуй. Блять, рискнуть? В эту чачу? Ёб твою медь. Нихуя как больно. Максимально больно, блять. Да, мне бы ресик бы найти. Ну, брони бы и ресик. Скорее всего, тут я вообще ничего подобного не найду. Но брони я смогу купить. Внимание! Исполнители противника взяли оружейный ящик. Координаты отмечены на вашей карте. Оружейный ящик забрали, да? А, ну они прям возле выхода, блядь. Вот тут может быть рез, кстати. Но мне главное, чтобы здесь не нокнуться. Дайте рез, пожалуйста, пожалуйста, прошу. Ой-ой-ой, как красиво вообще. Спасибо за выполнение просьбы, ребят. Огромное вам спасибо. А здесь дайте шприц. Понятно, так не работает, да, больше? Шприц, шприц, шприц. Ой-ой, вообще. Ну все, теперь надо съебаться отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Нет, нельзя тратить. Нельзя тратить, нельзя. Блять. Вот, но брони надо купить. Все, патронов брони набрали. Здесь контракт охота. Все, валим нахуй отсюда. Да ёб твою медь, всю броню опять сняли. Вы чё? Вы чё? Вы чё? Это чё за хуй? А, это пацан! Вот это я, блин, капец, сейчас это... А, он прям тут где-то был. Я думал, это не пацан, я думал, это бот. Я думал, это бот. Ну и ладно. Ну и тоже хорошо. А сколько мы вообще настреляли-то так-то по факту? Было весело вообще, в принципе. Я это оставлю прям, пускай. Особенно в самом начале. Типа, я никого из пацанов не убил. Мне никого не посчитали. Но тоже нормально, хотя вы все видели. Ой, прекрасный респ. Вообще прекрасный. Машина отмечена. Пойдемте машину возьмем, пацаны. Смотрите, он там рюкзак у него, смотри, залутанный такой вообще. Ты глянь просто на них. Одеты. Я, короче, ну, типа это, не стал далеко бегать. Просто не стал многое выдумывать. Прям вот, прям чтобы вот просто вот, просто чтобы вызвать, максимально много гнева вызвать в данный момент. Так. Тихо.
Че, садитесь, пацаны. Блять, прыгайте. Прыгайте в тачку. Гоу. Да садитесь. Во. Вы в меня еще и постреляли немножко, да, пацаны? Вари в гон. Здесь трофей. Иду во, сюда. ЗРК типа надо захватить, да? Принято. Все, им в полицейку надо. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Алиха, будто это моя грива. А почему он не умер? Лакс! О, гайз, сори, лакс. О, сори, окей, не проблем, сори. Бля... Вот у меня грузовик. Блять, а почему... А почему он выжил? А? Как он так? А куда он пошел? Че он делает? Че он ищет? Возе? И... Визе? Парнер. Парнер? Дилдер парнер. Это же парнер? Парнер. А, парнер? Парнер. Парнер? Да. Го, парнер, го. Е? Погнали. Че он хочет, я не понимаю. Куда он смотрит? Поохранять его надо, в смысле, че-то? Или че? Или погоди, или это читер? Окей, okay, come on, let's go. Come on, let's go. Что? Как вот, как, кстати, как он выжил? Я так что-то и не понял. Каким это образом вообще произошло? О, нифига сколько пистолетиков. Давай, дам ему за это пистолет. Вот так вот, смотри. О, смотри. Эй, возьми. Го, возьми. Здесь шприц пистолет. Нет? Ну не хочешь, как хочешь. Иди нахуй тогда. А, блядь. Ой. Я под обстрелом. Подожди, меня боты тут харачат. Ультра-1, у вас в отряде раненый. Ему нужна реанимация. У нас в отряде раненый? Нет у нас в отряде никакого раненого. Здесь контракт. Машина отмечена. Пошли, друган. Все. Тут нечего лутаться. Давай посмотрим, как он будет это. Воевать сейчас. Слушай. Мы сейчас, если кого-нибудь... О, тут были, что ли, люди? Так, это бот. Мы сейчас возьмем эту тему, кому-нибудь убьем, кто-нибудь попросится, прикиньте, если еще раз их потом выкинуть. Переживет ли он второй раз выкидыш? Очень странно, как он первый пережил, конечно. Ну да ладно, сейчас посмотрим. А может быть и все нормально будет, в принципе, пройдет. Но видели, он спокойно просто вышел такой и все. И выбежал. Вот мне бы такая тема вообще не сканала бы никаким образом. Прям вот вообще бы не сканала бы она. Я бы пока выбегал бы, еще раз 10 запнулся бы и умер бы точно. You're really fast. Я... I am flash. Ищите контракты с оплатой наличными на тактической карте. Супер flash. Ну, вроде, слушай, вроде... Вроде он такой веселенький, ничего. Представляете, как трагично будет. Вы сейчас к нему прикипите душой и телом, да? А он умрет нечаянно. Как так вот вообще, да? Вот типа вот. Ну как так-то, а? Так что не прикипайте пока к нему, ребят. В сторону. Так, сейчас, подожди. Так, это оно? Это оно. Рейсик надо найти. Ультра-1, в вашем районе отряд противника нету. Атакует исполнителей. Мы заключили нету. Контракт на его ликвидацию. Подробности на карте. Блять, эти с вертушкой. Так, стоит прицел нормально. Берем тачку. Давай, братан, садись. Ну нет. Только не вертушка. Это самана. Там с кем-то разговаривает, смотри. Гоу! Sit down, please! Ты дробовик взял, придурок. О! Не то оружие он что-то схватил немножко. Блять, эти на вертушке полетели, вон они летят. Ну, надо за ним теперь ехать. Так, это над нами не та вертушка была. Так, здесь мы проехать вот так вот правее получится. Сюда-сюда. Или подожди, или сюда летят. Блять, неужели они на выход сваливают? Транспорт открыт.
Понял? Нет, не на выход, слушай. Ой. Ой-ой-ой. Вот так надо аккуратненько. Аккуратненько проехать. Надо, чтобы горючка у нас, главное, хватило. Не-не-не. Не на выход, это, слава богу, они летят. Воу. Воу-воу-воу-воу. Тик. Или все-таки на выход летят? Что они там делают? Нет, не на выход. Гоняет на своей вонючей вертушке, ты погляди. Что-то боты так больно стали бить, вообще ужасно прям больно. Вот прям ужасно-ужасно. А еще, слушайте, и сейчас как бы мне бы еще душой бы к нему не прикипеть. А то придется его спасать. Не убивай. Куда они летят? Какой ужас. Так, ну пока по бензину все хорошо, в принципе. Так, они заправляются. Давай-ка сменим тачку. Залазь. Залазь быстрее, блядь, давай. Что-то херачит больно прям. Ай. Давай, наверное, вот здесь свернем. Или они сейчас соберут... Я так понимаю, они сейчас эти две минуты будут просто ездить от нас, и все? Просто прятаться? В сторону выхода они тоже не летят, да? В сторону цитадели, может, полетят? Иду сюда. Или как? Ультра-1 это главный. Цель в 500 метрах к северу. Ну где-то тут они. Бля, реально на выход летят, слушай. Серьезно? Че, чувак был прав... А, не, нифига, смотри, развернулись сразу они. Только почувствовали ли эту тему, что у них этот увеличивается. Очко сразу заиграло. Во, самоцу, хэдэ! Вон она, вертушка, блядь. Ой. Ой. Вертолет над головой, смотри. Вон он летит. Небо. Блю. Ну, голубое же небо. Типа, да? Вот они вон где там. Hey, Frank, where are you going? Where is from? Russia? Вертолет противника летит в вашу сторону. Russia? Russia? Oh. Yeah, yeah. Кубан. Чего? I Кубан. I чё? Айкос, Моша. Айкос в смысле, да? Айкос? Ну и чё, он вышел-то из тачки-то? Я не знал, что они там айкосы курят. Я думал, только у нас такая тема. А. Ультра-1, контракт аннулирован. Время операции истекло. Согласен. Контракт аннулирован, блядь. Вот это надо идти брать. Охота. Да они и засранцы, они на своей вертушке улетели и просто летали, как дурачки. Просто летали и все, и всего очковали, засранцы. Вон они, кстати, до сих пор летают. Если сейчас еще раз на него это же упадет, это капец. Это что уже? Хоть с Жоргом начинай бегать. О, я, братан, это партия, но? О, я, братан, это Пиперконда. Уек. Смотри, сразу замолчал. О, дай. Верка-верка это. Здесь контракт охота. Вроде понимает, смотри, что-то отвечает даже мне. У нас нормальный диалог уже сложился с ним. Прям все нормально. Do you from? Cuba, from España. España? Zaragoza, yeah.
А, так это испанцы. Испания? О. Так, а что у нас в Испании? Эти? Блять, матадоры. Сейчас я возьму, подожди, друган. Все, я взял. Все. А куда тачка наша делась, блядь? Ультра-1 это главный. В вашем районе действует отряд противника, атакующий исполнителей. Цель отмечена на тактической карте. Все, погнали, друган. Блядь, ты че, умрешь сейчас? Ультра-1 это главный. Цель в 500 метрах к северу. По мне ведут огонь! Сейчас прикиньте, он откиснет. А че вертушка выделила? Какая вертушка? Вот зачем мне отмечен. Это? О, эти лежат, смотри, лежат, их можно поднять. Гоу, Испания! Блять, их можно поднять. Смотри. Сейчас мы его поднимем, к себе в команду заберем. А этот что, синий-то убегает-то? А? Как это так? Блять, на синюю, давай переключимся. Нужен синий. One team, go! Res on, go, go kill you! Go! Это что такое? А что, мне датчик не показывается, да? Давай, братан, я в тебя верю. Я в тебя верю, давай, дружище. Ты должен. Ты прям должен это сделать. Второй этаж. Ту этаж. Ап. Он приглас кидает. Противник отмечен. А чё он приглас кидает? Ультра-1, хорошие новости. Исполнитель идет вам на помощь. Go, go, friends. No, это я. No. It's Russia. Не стреляй. No kill. Да no kill. Ну все, пацаны, вам пиздец. Резь мне, плиз. Рез. Не волнуйся, жить будешь. За него придется отомстить. Please help me. Ну все, пацаны, вы убили моего. Да. Thanks. Ну все, пацаны, вы это зря сделали. Он вылетел, да? Давай, что, вдаваться в доверие? Оставил боеприпасы. Где наша машинка? Машина отмечена. Давай, пойду я за машиной. Сколько их тут? Четверо, да? Пинель какой-то. Вот это я заберу себе. Это мне надо. Давай, тачка, чё? Блять, я чё, не свое оружие взял, да? Ну, точнее, наоборот, свое забрал. Сейчас главное, чтобы они сели в тачку все. Сейчас будем их уговаривать. Ой. Вот сюда надо заехать, чтобы не убивали. Go cars, friends! Иду. Go car! Go, friends, go! Иду сюда. Please help, задание ЗРК. Please help. Ну все, пацаны. Это дорога в один конец. Я бы на вашем месте уже бы начинал бы заподозривать какую-нибудь шляпу. Я ранен! Вы моего красного, лучшего, так сказать, человечка сейчас взяли, просто и убили. Он выжил, вышел из зоны, вывалился просто. Представляете? А вы вот так вот решили поступить с ним, хотя я кричал не убивать его.
Ребятка, ребятка, я думаю, ваши дни маленечко сочтены в данный момент. Ну, они пока едут со мной, потом... А, и вот так вот еще, типа, полицейку захватить надо. Я, типа, очкун, еду вдоль зоны. Все как надо, чтобы нас никто не убил, никто не расстрелял никаким образом. О! Сейчас мы вот так вот прям, да, что, вот, вот тут вот прямками прям залетим. Получается, что их тут прям четверо все. Пацаны, ой, пацаны, ой-ой-ой. Вот если бы вы дали красному выжить, было бы вообще хорошо. Пока. Ой, он пошел их резать, лутать? What the fuck did you do? О, сори, лакс, гайз, лакс. Сори, лакс. Я фиг ты. Осуждай, если что. Сори, лакс, гайз, лакс, лакс. Лакс, сори. Засранцы. What? Drunk and drive? Лакс, лак, драйв, лакс, лакс, yes. Лэг. Вот засранцы, смотри. Ядро. Вот сделали вид, что, короче, они не слышали, да, получается, что я говорил, того типа нельзя убивать. Типа, не убивайте, это мой друг, да? А сейчас они такие сразу, нихера себе, да, какая хуйня получается. Отмечаю вертолетную площадку. Это боты, что ли? Тут у меня грузовик. Вертолетная площадка. Поехали вертолетную площадку съездим. Поехали, друган. Так точно. Один остался, да, у нас? Получается, из всей команды. Просто один. Залазь, братан. Залазь. Гоу, поехали, гоу. Гоу, бэн. Ультра-1, боец вашего отряда истекает срок. Гоу, гоу, гоу. Ему нужна реанимация. Че, не залезет, что ли? О, может, его убьют? Нет. Блять. Я надеялся, что его переедут. Очень сильно надеялся. Вот мне бы оружие бы с них забрать бы. Это было бы, в принципе, прекрасненько. А, они у меня резы, слушай, забрали, да? Мне надо рез, мне нужен рез. А мы сейчас, кстати, мы проводим его, мы сейчас сбегаем вот туда. Я думаю, по-любому там на выходе сейчас его кто-нибудь поймает. И захочет его убить. Последнего нельзя тоже оставлять, как бы, в любом случае. О, а это не бот или? Это вроде нихуя не бот, это вроде пацаны. Че, зачем он сюда лезет? Че он хочет? Рез-то они мои украли. Так просто нельзя, надо отомстить за красного. В любом случае, до конца. О, там вон пацаны есть, слушай. Что, тут есть подъем? Давай, я тоже хочу. Чик. О, тут вызвали, да, у нас, я так понимаю? Я под обстрелом! Парашют. Исполнителям в вашем районе требуется подкрепление. Ах ты, смотри, какая залупа. Хочет... И он вступил в другой отряд? А, нет. К нам третий зашел. А чё сегодня все такие-то? Дружелюбные, я чё-то не понял. Чё все вступают друг в друга? Вы чё, пацаны? Кто тут? Где он тут? А где он сидел? А, вот он сидит, желтенький, да? Все, пацаны улетели, да? Ой, минус броня. Так, ну теперь эти полетят, да? На вызов. Слушай, а давай мы второго поманим.
заданием каким-нибудь. Например. Например, вот так вот. Оставил боеприпасы. Патрончики кто-то тут скинул, да? Смотри, а, ну это пулемет и такая фигня. И чё? В смысле, они будут крысить, что ли, я так понимаю? Машина отмечена. Это, подожди, это кто еще стреляется? Там еще он, пацаны. Понятно. Вот так вот, короче, они решили играть. Блять. А как бы мне бы это сделать? Слушай. А если мне сделать вот так вот, да? Ультра-1 это главный. И попробовать договориться с теми. Ветер в районе усиливается. Вам нужно эвакуироваться, пока радиация... А, подожди, эти на выход хотят прям уже, да? Я так понял. Ультра, разведка считает, что вы убили криминального босса Лос-Анджелеса. Он известен под кличкой Ромеро. Они на выход пошли, все. Опа, рез. Чё? Меня ЗББ закидывают? А это кто меня закидывает ЗББшкой? Кто это? Ультра-1, это Дина-4, мы рядом с площадкой. Убедитесь, что у вас всё тихо. И где они? Подожди, и чё, эти не будут на них нападать? Я так понимаю, да? Они спокойно выйдут сейчас? Без всяких проблем? О, кто-то сейчас должен отъехать. Ультра-1, это Дина-4, мы ждем. Идите в точку эвакуации. Это боты? Слушай, ну у меня в хате кто-то есть. Боты, 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 боты. Ой. Ой, ё-моё, чё, их убили? Прям в это, внутри, да? Заперделся, да? Но, пацаны, вот так вот. Вам надо было за зону умирать. В хате у меня тоже кто-то есть, кстати. Так, эти чё? Улетают? Это чё? Так, это боты. А те, я так понял, улетели, да? Вот это что, блядь, было сейчас? Куда спрятался? Нихуя себе, на крыше сидит, да, еще? Слушай, а тут народу-то тьма тьмущая бегает. Ну-ка, давай вот так сделаем. Подкрепление для вашей команды. Ждите. Блять, вот так... Залупа меня нокнет, 100%. Где ты? А этот со спины мне даст леща. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Так, тихо. Вот у меня реса нету никакого вообще. Вот это мне не нравится. Смотри, ботики налево стреляют, слушай. Ага. А я увидел тебя. Я понял, что ты хочешь изобразить. Бот. Здорово. Ветер распространяет радиацию. Двигайтесь в сторону площадки. Go, friends! Go, friends! Блять, патронов нету, охуеть. А вот так надо сделать. Ну, запрос он не кидает, слушай. Блять, у меня ящик с броней еще есть. Вот это вообще прекрасно. Так. Ш-
представили? А, он один был. Понятно, что он не может ничего сделать, да? А тот снайпер, а вот сзади, который у меня был. Который сзади меня тут смотрел. Куда он делся? Никуда? Ну и все, значит, надо идти брать машину. А что по времени у нас осталось? А, зона пошла, да? А вот есть задание, да? А вот есть машинка наша. Ой. Подожди, а что за снайперка у него? О, давай-ка мы его Виктус заберем. Кто-то говорил, мне кажется, здесь рядом только что. Или мне показалось? Как будто кто-то говорил. Ну, главное, я за красного отомстил 100%. Это самое важное вообще. Слушай, а смотри, БЛК Коунс у меня... А, подожди, он лежит, что ли? Хочет, чтобы я его резнул или что? Хотя ни крестика, ничего нету у нас вообще. Ух, я сегодня думаю, вообще пердачок загорится у людей максимально после этого ролика. Вот прям максимально-максимально загорится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо, пацаны. Фух, машину сохранили. Слава богу. Слава богу, мы не утонули. Пиромант. Здесь где-то есть пиромант сидит. Здесь еще и джиггернаут. А вы что, угораете? И пироманта, и джиггернаута в одну степь сюда мне засунули? Поехали. Ультра-1, в тех данных упоминалось о нападении на исполнителей. Блять, ну они на выходе, да? Напавших. Район отмечен на тактической карте. Блять, Дудось, серьезно? А, там уже и вертушка вон прилетел. Да стой, уйдите отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, джиггернаут, я это слышал. Ёшкин-кошкин. Матрёшкин. Я думаю, в принципе, что, можно через крышу и это... Ой. Выбирать машинку. Например, вот эту. Тут у меня грузовик. Все, и на машинку и полетели. Что, эти вон там уже вертушка прилетает. Я думаю, в принципе, можно ехать спокойненько до выхода. Ну, может быть, еще на выходе мы кого-нибудь встретим. И все. Миссия выполнена, как бы сейчас и вот так вот, все. Все, что я хотел, в принципе, для понедельника, я для понедельника записал это все. Полностью, то есть, прям. Ой-ой, напакостил вообще, все как надо. Все по стандарту. Сейчас еще все напишут, да ты в жизни такой же пакостный урод. Фу-фу-фу. Но это неправда. Но и многим, я думаю, это, в принципе, очень сильно даже понравится. Так, что у нас? Слушай, а эти не выходят, смотри. Вертушка вроде улетела. Слушай, а вертушка улетела, а они там. Я, может быть, даже еще и успею до этих доехать. Они, может быть, ждут последний вертолет? Или там кто-то приехал еще к ним на разборочке? Ну, второе... Блять, тихо, только не разбейся, пожалуйста. Ой, вы дали, как в дрифте зашел? Как винт-дроздель? Слушай, ну, вроде никто не вызывает. Все нормально. Если, конечно, это не забаговалось дерьмо. Нихуя страйк. Видали? Здорово тоже. Это, скорее всего, забаговалось. Вообще не двигается цель. Просто стоит на месте. Ну, либо чувак отдыхает. Где-то тут. Давай просто вызовем. И все осмотрим. Дина-4 вылетел. Мы идем на перегонки с радиацией. Она приближается. Вот бежит. Тачка стоит, смотри, трясет ее как, да? Слушай, не понимаю. Ну нету его нигде здесь, да? Мы подходим к площадке. Держите ее под контролем. А еще задание есть на... Блять, а я не могу посмотреть, да? Подожди, ну-ка давай отменим. Действуй.
Предыдущий контракт отменен. Оплаты не будет. Да я в курсе. Больше вроде нету заданий, да? Учтите, долго ждать мы не сможем. Не, нету. Это был баг. И это был просто баг, так что я думаю, можно, в принципе, бежать на выход, если я еще успею добежать. Хотя 20 секунд я должен успеть. Все нормально, да, получается? Я думаю, все. Лежит трупик. Доставляя деньги в тайник, вы можете Чик. Ускорить восстановление оружия. Все, готово. Вот, ну что могу сказать. Спасибо всем, ребят, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Но сегодня, я думаю, их будет максимально много очень злых комментариев. Вот, короче, как-то так, да. Напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, где всегда вы можете найти самые свежие новости, когда выходит у меня ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс вы всегда в Дискорде можете найти, с кем поиграть, ребят. Вот, так что все ссылки в описании, переходим, пользуемся и радуемся. Вот. Ну а на этом ролик заканчивается, так что всем спасибо, всем хорошего настроения и до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока. О, я что, всего только одного исполнителя убил? Ну, бывает. Зато я думаю, как-то веселое получилось, так что все, теперь точно. Пока-пока.